Долгожданное событие, чудо, появление на свет малыша. Уже 5 лет Щелковский перинатальный центр помогает женщинам обрести счастье материнства. В день юбилея в учреждении царит особая праздничная атмосфера. Глава округа Андрей Булгаков вместе с министром здравоохранения Московской области Алексеем Сапанюком и депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным поздравили сотрудников и руководство перинатального центра с первой знаковой датой. Поблагодарили за их нелегкий, но такой необходимый труд. За эти 5 лет. Благодаря учреждению на свет появилось более 26 тысяч новорожденных. 5-летний рубеж – это то, когда точно можно сказать о результативности. Вы создали фактически целый город. Это просто большое дело. В этом перинатальном центре получают самые качественные услуги все жители Подмосковья. И многие приезжают сюда из других городов. Я поздравляю вас с первым маленьким юбилеем, чтобы все, кто здесь является на свет, были здоровыми, а наши жители и родители, мамочки и папы были очень счастливы. Большое вам спасибо вот за ваш труд. Что такое 5 лет? 5 лет – это, можно сказать, только начало жизни любого учреждения. Но вы за это время наполнили содержанием этот замечательный центр. Строительство центра велось под патронажем губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации государственной программы здравоохранения Подмосковья на 2014-2020 года. Из своих первых пациентов центр принял 30 августа 2017 года. Была реализована эта программа, которая в корне изменила качество и состояние акушерской неонатальной помощи на сегодня в Московской области. На самом деле мы соответствуем современнейшим мировым стандартам и критериям. Это учреждение родовспоможения третьего самого высокого уровня оказания медицинской помощи. Щелковский перинатальный центр уникален. Он знаменит не только в Подмосковье, но и в стране, и даже за ее пределами. Здесь создано отделение хирургии для новорожденных с тяжелыми пороками развития. Учреждение специализируется на оказании медицинской помощи беременным женщинам с эндокринными заболеваниями. Центр оснащен передовым оборудованием. И самое главное, здесь работают высококвалифицированные специалисты. Среди сотрудников – доктора медицинских наук, заслуженные работники здравоохранения Московской области, отличники здравоохранения. Переоценить труд каждого невозможно. Именно благодаря этим людям на свет появляется счастье.